Омский министр имущественных отношений Евгений Козлов прокомментировал уголовное дело, фигурантом которого стал. Ранее имя главы регионального ведомства не значилось в деле о халатности, связанном с непредоставлением жилья детям-сиротам. Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц, но после вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина обвиняемым стал в том числе и Евгений Козлов, сообщает издание «Коммерческие вести». Напомню, ранее к Бастрыкину обратились сразу 18 детей-сирот, которым не предоставили жилье. Обвинение омскому министру предъявили следователи из расположенного в Новосибирске 5-го следственного управления Следственного комитета России по Сибирскому федеральному округу. С министра взята подписка о невыезде. Сам Евгений Козлов прокомментировал изданию «Коммерческие вести», что на региональном уровне принимают все необходимые усилия для решения вопроса обеспечения жилыми помещениями льготной категории детей-сирот. Министерство имущественных отношений Омской области предоставило Следственному управлению Следственного комитета РФ по Омской области всю необходимую информацию по вопросам реализации мер, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в регионе. Специалистами министерства оказано содействие в проведении следственных мероприятий. Уверен, что будет проведено всестороннее расследование, дана объективная оценка всем обстоятельствам.